В Нерюнгри ухудшилось качество перевозок, но вскоре, по словам главы города, ежедневные срывы автобусных рейсов прекратятся. Какие меры были предприняты для решения проблемы, в сюжете наших корреспондентов. На протяжении последних 5 лет перевозки осуществляет обособленное подразделение «Общество с ограниченной ответственностью Якутская пассажирская автотранспортная компания» и «Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгринская автотранспортная компания». В последнее время качество перевозок ухудшилось, допускаются ежедневные срывы автобусных рейсов, что создает социальную напряженность. Главой города были предприняты все необходимые меры для ликвидации данной ситуации. Предприятие решает вопрос, чтобы укомплектоваться. Сегодня вопрос практически закрыт. Почти укомплектованы, ну, на 90% кадрами, специалистами укомплектовались. И я думаю, что в ближайших 10 дней закрыт будет вопрос штатного расписания. Люди устраиваются, люди сюда приедут, будут работать, если здесь на месте сейчас мы в течение недели не найдем. Ну, я уверен, что решится ситуация примерно где-то через 10-14 дней, начнет ситуация стабилизироваться. На совещании руководитель Якутской пассажирской автотранспортной компании Сергей Максимов пояснил, что в течение года руководство компании было вынуждено сменить почти 90% штата. Однако только за последний месяц были привлечены 19 новых водителей. В ближайшее время ожидается прибытие еще 6 водителей, что позволит полностью укомплектовать штат. Немножко не хватает техники большого класса. Ну, как бы сейчас исправим, заключили договора на поставку двигателей. Как бы в декабре месяце все автобусы выйдут на линию. Из 32 автобусов сегодня капитальному ремонту подлежат 6 автобусов большой вместимости. Из-за низкого качества топлива вышли из строя двигатели, но необходимые запчасти уже заказаны, и в начале декабря они придут в Нерюнгри. Леонид Олейник предложил руководству Нерюнгринской автотранспортной компании взять на субподряд индивидуальных предпринимателей, у которых имеется в собственности автотранспорт, чтобы хотя бы частично перекрыть нехватку автобусов. Игорь Акимов, Аял Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.